Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика, 7 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 65. Вопрос номер 5. Как можно увеличить коэффициент полезного действия? Коэффициент полезного действия мы вычисляем так. Полезную работу, полезная, делим на полную работу, на полную, полная. Увеличить КПД, увеличить значение этой дроби можно, если числитель увеличится, а знаменатель уменьшится. Или знаменатель уменьшится. Вот работа по увеличению КПД идет в направлении уменьшения знаменателя. Нужно уменьшить полную работу. Полезную уменьшать не нужно. Но полная она складывается из полезной работы, еще работы по преодолению трения и работы по подъему самого простого механизма или его частей. Если, например, уменьшить трение, то полная работа уменьшится. Если сделать механизм легким, вес механизма уменьшить, то работа по преодолению, то работа по подъему самого механизма тоже уменьшится, а значит уменьшится и полная работа. Вот в этом направлении нужно работать. То есть нужно для того, чтобы увеличить КПД, нужно уменьшить трение и вес простых механизмов. Если вы хотите знать ответы на другие вопросы, следите за новостями сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на YouTube.